сыночка из Санта немецкого. Не обидно немца играть? А вы знаете, кто-то должен играть с вами. А если все ходить в советскую форму, одним повесить бирки, немцы, русские, ну это уже, во-первых, это история. То есть тут никакой, это мы пережили. Короче, это пережили наши деды, наши прадеды. Ни одного деда вообще пропали без вести. Ну, как-то получилось так, что немцев всегда меньше, поэтому приходится выступать и за немцев. Что для вас историческая реконструкция? Прикосновение к истории, изучение событий, быта, формы, выбранного периода.